алейкум всем туркоязычным братьям. Под видом спецоперации Путин устраивает геноцид туркоязычного народа. Прикрываясь исламом, Рамзан Кадыров объявляет джихад. Украина силахлы кувелерінің тәрчивіндә Туран батальоны яратылып, яйымланан мәлуматта бұрда дөйшечек дөйшчілерін милиетче түкілер олачағы білдіріліп. Дүнен яратылан вә эйлан эділен Туран батальонының командири Қазақстан вәтендашы олан Алмаз Кудабей оғлыдыр. Батальонын яйымладығы ilk видео мүрәджиәттә Путин вә Кадров режимінің сойгурым сиясетіне қаршылық онлары мәхв едәчәкләріні білдіріблер. Qeyd olunur ki, artıq müxtəlif türk dövlətlərindən batalyonda vuruşmaq üçün Almaz Kudabəy oğluna çox sayda müraciətlər edilib. Assalamu alaykum, всем туркоязычным братьям. Под видом спецоперации Путин устраивает геноцид туркоязычного народа. Прикрываясь исламом, Рамзан Кадыров объявляет джихад. Ислам для нас святое, и не надо играть нашим святым. Мы будем уничтожать этот шайтанский режим Кадырова, имперский режим Путинова. Мы будем бороться каждый день. Мы будем кошмарить вас изнутри и снаружи. Жашасын Туран! Жашасын Туран! Жашасын Туран!